мать. Так, ми знаходимось біля барикади, біля консерваторії. Вулиця Радецького. Минулого марта, ні? Ти не забудь, що вже сезон Канада, все страни, вже судили Януковича. Предупредили. Осудили. Они только собирают, все это все равно. Не осудили его. Не признали его виновным. Все это делать, осудить может суд. Eine andere Sicht. Wir müssen jetzt zu unserer Hauptquartier zurückkommen. Wir haben so jetzt ein Zimmer im Hotel gemietet, damit wir unsere Sachen da in der Nähe von Maidan lagern können. Und dann nehmen wir neue Technik und werden weiter streamen, weil jetzt ist die Akku leer. Und bleibt mit uns, wir sind, glaube ich, so in einer Stunde bis 40 Minuten wieder da. Я говорю, что мы сейчас должны сходить за новой техникой, потому что у нас есть аккумулятор. И мы через 40 часов мы опять будем стримить и как бы будем с нами, оставайтесь с нами. Ну ладно, это перерыв.